Хорошее утро, Рольф. Поедем в воскресенье за город. В воскресенье не могу. Почему? Свидание, да? Ах, Рольф, Рольф, я в университете знал только науку, а не свидание. Папа, но ты женился студентом? Кто тебе сказал? Тут мне говорил один знакомый. Один знакомый? А, Рольф, ты мне приготовил анализ больного, который я тебе вчера передал? Прости, отец, но, к сожалению, у меня не было времени. Как, Рольф, разве ты не понимаешь, насколько это серьезно? Ведь я должен заранее подготовиться к операции. Пожалуйста, срочно приготовь мне анализ. Последнее сообщение! Читайте последнее сообщение! Последнее сообщение! Меня не интересуют твои дела, Рольф. Чтобы сегодня же все анализы были на моем столе. Возьми читам, Франц. Слушай, придется сделать. Придется. До свидания. До свидания. Эрнст, пора идти. Друзья! Братья! Жизнь только начинается! Третья империя – это священный сигнал! Это знание, под которым должны стать все немцы, как один, все без исключения! Богатый, немецкий, все в один взял! И рабочий тоже в один ряд. А такие пройдохи, как ты, тоже станут в один ряд. Товарищи! Товарищи! Он еще не кончил говорить. Этот коричневый попугай повсюду говорит одно и то же. Вот и сейчас он скажет. Горе красным! Да-да! Горе красным! Гитлер в автономе своя! Надоели со своими прежними! Не мешайте! А в полу сидели красные, евреи, марксисты. Это они виноваты, что мы проиграли войну. Так сказал Адольф Гитлер. Так поклянемся верности Гитлеру, который уничтожит всех красных, а евреев выгонит из нашей страны. Он даст хлеб. Он вложит карающий меч в руки нации. Все, он течет немецкая кровь. Все голосуйте за Адольфа Гитлера! Обман, товарищи! Наглый обман! Нам подсылают чужих людей! Не слушайте эту падель, это коммунист! Я не коммунист, я просто рабочий. Меня все здесь знают. Этот шалопай кричит, что Гитлер вложит меч в руки нации. Значит, опять война! Я 3 года дрался на фронте, товарищи. И не хочу больше кормить пшей в окопах и убивать неповинных людей. Правильно! Да, мы проиграли войну, товарищи. А что, если бы мы ее выиграли? Один черт. Итальянцы выиграли войну. А я что-то не слыхал, чтобы итальянскому рабочему жилось лучше, чем нам. Товарищи, предстоят выборы в Рейхстаг. А в эти предвыборные дни запрещаются наши собрания. Их разгоняет полиция. На своем фабричном собрании мы имеем право советоваться друг с другом, кого нам выбирать. Нам, товарищи, нужно во всем самим разобраться, а не плясать под дудку таких горлопанов, которые кричат: «Голосуйте за Гитлера!» Что ж, товарищи, голосуйте за веревку на свою шею, а я буду кричать: «Ни одного голоса обманщикам! Ни одного голоса Гитлеру!» Спокойно, товарищ!
Спокойно! Это провокация, товарищ! Народа. Вот их методы. Нож в спину, пуля, виселица. А завтра, он правильно говорит, завтра новая война. И они задушат нас, если мы не объединимся. Если мы не выступим против них единым фронтом. Тихо, товарищи, тихо. А за кровь этого товарища отвечают вот эти наемные бандиты. Ну, сматывайся. Ах так, что мы... Друзья, братья, это же недоразумение. Так нельзя обращаться с тетем, кто вы? Я человек живу. Продолжайте. Товарищи, мы должны приложить все усилия для того, чтобы... Роль. Собрание объявляю закрытым. Разойтись! Иди ко мне, маленький. Манфред, скажи мне, когда ты вырастешь большим, кем ты хочешь быть? Боксером. Боксером? Простите, профессор, срочный случай. Он будет боксером. Профессор, что вы думаете делать с ногой? Я ему вырежу гланды. Гланды? Да. Но ведь у него поражен коленный сустав. Процесс в ногах у ребенка вызван инфекцией, которая сидит у него в гландах. Я удалю ему гланды, и ребенок будет здоров. Рано держит не треть плеча. Где-то артерия. Чем вы себя поранили? А это у нас был небольшой политический разговор. Я вас спрашиваю, чем вы себя поранили? Политика тут ни при чем. Очень даже при чем, господин профессор. Меня ударили ножом. Ну, значит, вы не думаете о своей семье, если соберетесь драться? Я только о ней и думаю, господин профессор. Но это нелогично. Как это так? Боюсь, я не сумею вам это объяснить. Почему? Очень уж вы... образованный человек, господин профессор. Кто же это вас так? Как кто? Конечно, нация. Почему конечно? А кому же, кроме них, нападать на рабочих? Не лгите. Национал-социалисты не нападают на немецких рабочих.
Господа, прошу прекратить посторонние разговоры. Для каждого чистокровного немца эти разговоры не посторонние. Вы все, кажется, начинаете с ума сходить. Я действительно отказываюсь что-либо понимать. Тут не надо понимать. Тут решает кровь. Арийская кровь. Кровь? Когда под Верденом я был ранен, я не заметил, чтобы моя кровь чем-нибудь отличалась от крови других солдат. А я еврей. Приготовиться к операции. В моей лечебнице, господа, есть только врачи и больные. Больные и врачи. Добрый день, Аня. Добрый день. Когда придет Рольф, передай ему, пожалуйста. Я и пои, я и корми, я и записки передавай, все я. Аня, потанцуем сегодня? Времени нет, да и на ноги ты наступаешь. А Эрнст лучше танцует. Проклятая красная шайка. Я еще возьму у вас, матушка Вент. А когда же у вас будут деньги, господин Карл? Ой, матушка Вент, скоро денег у всех будет вдоволь. В золоте купаться будем. Когда придет Гитлер, все чистокровные немцы получат работу. Остальных по зубам. Правильно, правильно, господин Карл. Такой прекрасный молодой человек. И такой образованный. Образованный. Живет, ест, пьет, а денег не платит. Тоже жилец. Давно бы мне следовало вышвырнуть его вон. Что вы, ведь вы такая добрая женщина. Вышвырнула бы, да ведь он всю лавку перевернет. Это про кого? Добрый день, матушка Вент. Добрый день. Аня мне ничего не оставила? Нашли, где устраивать главный почтамт. Вот. Не сердите, матушка Вент, вам вредно. Здравствуйте, матушка Вент. Добрый день, госпожа Мюллер. Добрый день, матушка Вент. Стакан молока. Вы все хорошеете, фарн доктор. Пейте побольше. Это ведь от молока, вы такая беленькая. Рольф, где ты пропадаешь? Ты уже целую неделю не был в лаборатории. Я был очень занят. Рольф, ты просто лентяй. Нет, не просто лентяй. Я не знала, что и подумать. А ты обо мне беспокоилась? К сожалению, у меня нет более интересных дел. Инги, мне казалось, я пропустил только 2-3 дня. Чем это ты так увлечен, что даже не замечаешь времени? Ты влюблен, Рольф? Влюблен. Может, скажешь, кто она? Она ужасна. Она занимается тем, что каждый день совершенно спокойно режет людей. У нее замечательный рот, задумчивые глаза, но нос... Что нос? Ну, нос... Совершенно нормальный нос. Знакомые-то у вас не важные, Фред. Но-но-но-но-но. Хай, Гитлер! Рольф! Я его не боюсь. Я не об этом. О чем? Эти слова не шутка. Гитлеровское приветствие? То, что за этим. А за этим? За этим дух резиновой дубинки и стального ножа. Идеи нашей науки. Рольф,
Я это хорошо понимаю и хочу, чтобы и ты понял. Это убеждение твоего отца, Инга. Убеждение моего отца и мое. Германская наука должна быть очищена от французского и азиатского духа. Вот только что сейчас прошел этот дух новой гитлеровской науки. Ты что ж, ничего не видишь, что происходит вокруг? Или не хочешь видеть? А я это думаю о тебе. Спасибо. Пожалуйста. Если ты заболела этим серьезно, я тебе очень сочувствую. До свидания. Снова тишина, уют, но прямо рай. Добрый вечер. Доктор Карлс. А где же наш старик? Профессор работает у себя в кабинете. Счастливец, отчельник. В такие дни бушует стихия, ураган, смерть. А он... Да, господа, вы слыхали? В кафе «Берлин» сейчас выбили все стекла. Вот он. Теперь я отчетливо вижу. Смотри. Ты был прав. Теперь нет никаких сомнений. Стрептококус вириданс. Молодец, ты его очень хорошо выделил. Так, завтра я могу спокойно оперировать. Но если ты и так будешь работать дальше, старик, мы с тобой мир перевернем. Мы изменим человека. Мы его снова сделаем молодым, бодрым, жизнерадостным. Да, ты прав, отец. Мир нужно было давным-давно изменить. И человека вместе с ним. Но это не так легко. Ну, никаких «но», мой мальчик, никаких «но». Наука не знает непреодолимых «но». Я имел в виду не только науку. Рольф дома? Господин Рольф? Дома. Что это к Рольфу? Деловой визит. Две девушки сразу. Ай да Рольф. Он стал такой нервный. Скоро этот нервный мальчик сделает вас бабушкой. Ставлю свою правую руку против вашей пуговицы, доктор Карлсон, что фашисты на выборах соберут самое большее 30% голосов. Это говорит вам журналист, демократ, знающий, чем дышит страна. Вернер, я прошу тебя, играй, пожалуйста, танцуй, пой, делай все, что хочешь. Но только прекратите разговор. Хорошо? Я и без того каждый день сейчас в клинике сталкиваюсь с этими случаями политической хирургии. О, политической хирургии? Замечательно сказано. Запишу. А, запиши, запиши. Пусть напечатают. Эти огнестрельные ножевые раны не хуже, чем в мировой войне. Ну, Эльза, я тебя поздравляю. Твой маленький мальчик, который еще так недавно бегал в коротких штанишках, делает большие успехи. Какие? Увидите. Где Рольф? У него друзья. И довольно хорошенькие. Товарищи по университету. Я пошлю им кофе. Нет, зачем же? Я их сюда позову. Ну, веселее будем и потанцуем. Я считаю, что ты абсолютно не прав. Фашисты на выборах должны провалить. Конечно. Все, что происходит за последнее время, говорит за то, что Единый фронт получит большинство. Безусловно. Да. Ну, а если выборы будут сорваны? Как это сорвать? Ну что ты говоришь? Они проваливаются на всех предвыборных собраниях, правильно? Да, они проваливаются на всех предвыборных собраниях. И именно поэтому они разгромили дом Липкнехта. Они превращают все собрания в побоища. Вот почему я и думаю, что выборы будут сорваны. Но из этого не следует, что мы должны прекратить пропаганду. Наоборот, мы должны усилить пропаганду.
Отец, я хочу объяснить тебе. Ты так неожиданно вошел. Рольф, я не потерплю в своем доме митингов. Чтобы это было в последний раз. Тебе надо работать, учиться, а не заниматься политической болтовней. Твое место здесь, за этим столом, за этим микроскопом, а не на трескучих собраниях. Твоя миссия ученого – облегчать страдания людей, искоренять человечество тяжелых болезней. Способный, будешь хорошим ученым. Верхов, Кох, Пастер. Вот с кого ты должен брать пример. А эти курящие девицы, они тебя ничему хорошему не научат. Отец, я прошу не оскорблять моих друзей. Эти люди отдают свой труд, свой талант, свою жизнь за счастье человечества. Ты не обижайся на меня, отец. Но гениями человечества были не только Кох и Пастер, дальше которых ты ничего не хочешь видеть. Не учите меня, мальчишка. Я в свои годы по 20 часов в сутки работал. Неужели героика научных открытий тебя меньше увлекает, чем поножовщина и драка на ваших собраниях? Неужели и без того мало слез и крови в мире? Да, в мире много слез и крови. Но счастье человечества одной этой трубкой не устроишь, как бы гениально с ней не обращаться. Я читал Пастера и Коха, но там об этом ничего не говорится. А вот Маркс и Ленин это объясняют. Отец, я очень люблю тебя, ты мне очень дорог. Но нет силы, которая бы могла заставить меня отказаться от моих убеждений. Госпожа Мамлок, послушайте радио. В Берлине горит Рейхстаг. На вершившемся фактом горит Рейхстаг. Высоко летят снопы огня. Мы были близки к тому, чтобы красная чума выползла из своих нор и погубила нашу родину. Теперь пора действовать. Мы не допустим, чтобы коммунисты и евреи растерзали германский народ. Мы раздавим красную сволочь так, чтобы она никогда не посмела поднять головы. Я сейчас приду. Рольф, ты куда идешь? Отец, ты слышал радио? Да, Рейхстаг подожгли коммунисты, это твои новые товарищи. Это ложь, это провокация. Рольф, я требую, чтобы ты немедленно прекратил всякую политическую деятельность. Я не могу этого сделать. Сними пальто, не надо с тобой поговорить. Я сам был когда-то молод, я сам мечтал мир перевернуть. Отец, я должен идти. Ах, ты должен идти, Рольф, да? Значит, все забыть. Забыть нашу работу, нашу дружбу, отца, мать, дом, все забыть. Так? Я спрашиваю, так? Хорошо, можешь идти. Больше, чтобы ты сюда не возвращался. Мне не нужны коммунисты в моем доме. Ты не уйдешь. Не сердись. Ты его знаешь, он погорячился. Мама, иди к отцу, успокой. Мальчик мой, я боюсь за тебя. Куда ты идешь? Не беспокойся обо мне, я скоро. Рольф! Thank you.
А Гитлер? Гитлер. Какой вы сегодня шикарный. Ах, господин Краузе торопится на костюмированный бал. Спокойненько. Зададим такой бал, который еще мир не видел. Ай-яй-яй-яй. Чего им понадобилось большой Рейхстаг. Я готова? Да. Пошли. Аресты коммунистов. Шарлоттенбурге арестован вождь коммунистической партии Тельман. В технологическом институте обнаружена большая коммунистическая организация. Арестовано 15 студентов. Трое из них при попытке к бегству убиты. Рольф, я хочу знать, где он, что с ним. Thank you.
Что с газетой? Газета уже давно не выходит. Типография наша разгромлена. Я это уже слышал. Но я тут вижу всю редакцию. Вы живы, здоровы. Ваше здоровье. Ну, что у нас и повесили, а? Правда, мы никогда не работали в подполье. Ну что ж, будем учиться. Русские коммунисты прошли этот путь. И прошли, как вы знаете, с честью. Путь Ленина, путь Сталина — это путь геройства и славы. Не нам отказываться, товарищи. Особенно теперь, когда наш Тельман в тюрьме. Одним словом, друзья мои, будем работать так, как требуют условия подполья. Пятерками. Ваша пятерка держит связь со мной только через Эрнста. И задача вашей пятерки — газета. Регулярный выпуск газеты. Но нам понадобится очень много бумаги. Вчера два товарища пытались купить, их задержали. Милые мои, газета должна быть. Но где достать бумагу? Ну, если у нас не хватит умения достать бумагу, тогда, конечно... Я достану бумагу. Ну вот, оказывается, не так сложно. Добрый вечер, господин Шульц. Чем кутюме? Газета должна помочь созданию единого фронта. Поэтому основным материалом для нее должны быть заметки рабочих. Товарищи, нужно уходить. Мне опять в Берлин. Сегодня 10-е. 25-го я буду здесь. В этот день выйдет первый номер нашей газеты. Так? Да. Ну, прекрасно. Желаю успеха. Благодарите музыкантов. Прекрасный вальс и хорошо играет. И главное, вовремя. Да. Можно письмо? Спасибо. Четверть тонны. А ты знаешь, сколько это четверть тонны? 250 килограмм. Ну, так ты что ж думаешь, каждый день будет пропадать 250 килограмм бумаги, и никто ничего не заметит? Никто ничего не заметит, если эти четверть тонны вырабатывать сверх нормы. Ты здорово придумал. Да, но людей-то нет. Не все ж такие сознательные. Вот для них-то и делается газета. Гитлер. Хай, Гитлер. Ну, доктор Инге, можете меня поздравить. С сегодняшнего дня я назначен комиссаром нашей клиники. Поздравляю.
Понимаешь, мне одному трудно справиться. Мы тебе поможем. Ну, договорились? Господин Бернс, время для посетителей кончилось. Господин Бернс, врач доктор ошибается. До окончания приема остался целый час. Для тяжелобольных у нас имеется особый режим. Тяжелобольные лежат. Фрэнни доктор еще раз ошиблась. Я прошу вас немедленно оставить клинику. Вы очень любезны, но я имею право здесь быть и остаюсь. Рольф, да уходи же отсюда скорее. Клиника занята штурмовиками. Спасибо, Инги. Пожалуй, мне надо уйти, пока ноги целы. До свидания. Кто будет делать операцию? Профессор? Нет. Операцию будете делать вы. Это распоряжение профессора? Доктор Карлсон, напоминаю вам, с сегодняшнего дня распоряжаюсь здесь я, а не профессор Мамлюк. Простите, профессор сказал, что он будет делать операцию. Я не понимаю. Зато я понимаю. Я комиссар клиники. В немецкой клинике могут работать только немцы. Поняли? Господин комиссар, профессор Мамлюк является крупным немецким ученым и руководителем клиники. И мы, врачи, будем выполнять его распоряжение. А вам не кажется, доктор Вартер, что то, что делает еврей Мамлюк, может делать любой из вас с таким же успехом? Ах, это вы о нас беспокоитесь. А я думал, что вы сами хотите заменить профессора. Вы слышали мой приказ? Скажите, доктор Инге, вы не встречали Рольфа в эти дни? Да, я его видела сегодня. Давайте маску. Больной уснул? Старший врач Карлс, вы так выполняете мои распоряжения? Что вы говорите, доктор Гельпах? Операцию будет делать доктор Карлс. А вам предлагаю немедленно покинуть клинику. Что такое? Я ничего не понимаю. Доктор Гельпах, вы превышаете ваши полномочия. Доктор Карлсон, я приказываю. Операцию делаете вы. Доктор Гельпах, вы мне мешаете работать. Напоминаю вторично. В ваших услугах мы не нуждаемся. Доктор Гельпах, за работу в клинике отвечаю я. Немедленно уходите отсюда. Ицек распоряжается. Трепещи, Германия! Ицек хочет выгнать нас отсюда. Кто продал Германию французам? Евреи! Евреи! Кто оскверняет германскую науку? Евреи! Евреи! Убирайтесь вон отсюда! Убирайтесь вон! Девочки, там, да, ребята, вот так.
Спокойно. Снимаю. Благодарю вас. Мирно! Давай звонить. Шагом! Как вы могли допустить такое издевательство? Это позор для нашей партии. Вы плохо знаете программу нашей партии. Но вы его ученик. Я прежде всего национал-социалист. А вы правильно? Дайте мне мою рабочую корзиночку. Как плохо этот раз выгладили белье. Это вы уберите в шкаф. Из клиники? Рольф, иди скорее домой. Что случилось? Эти мерзавцы избили твоего отца. Они гнали его по улице, издевались над ним. Доктор Гельфух, у господина штаб-шефа тяжелый припадок печени. Нужна немедленная операция. Необходимо обеспечить его всем самым лучшим. Я сам буду оперировать. Освободить коридор! Освободить коридор! Что такое? В чем дело? Комиссар, освободи коридор! Ассистируете вы и доктор Инге. Кто? Нет, операцию буду делать я. Вы понимаете, какую ответственность вы берете на себя? Вы отвечаете мне за эту операцию? Будет сделано все возможное, но в пределах медицины. Успокойтесь, примите. Профессор Мамлюк много делал таких операций, и всегда они проходили хорошо и благополучно. Профессор приехал? Нет, его не будет. Разве не профессор Мамлюк будет делать операцию? Операцию будет делать доктор Гельпах. Гельпах? Гельпах. Я такого врача не знаю. Господин штаб-шеф, Гельпах – это я. Я старший ассистент профессора Мамлюк и считаю своим долгом вас оперировать. Срочно доставить сюда профессора Мамлюка. Оперировать будет он. Господин профессор,
Мы в отчаянии. Произошло тяжелое недоразумение. Доктор Гельпах поступил самочинно. И он понесет наказание по всей строгости закона. Вся клиника, доктора, больные и мы возмущены этим фактом. Очень прошу вас вернуться в клинику. Господин профессор, дело идет о спасении человеческой жизни. Время терять нельзя. В вашу клинику доставлен больной. Необходима немедленная операция. Вы один можете его спасти. Господин профессор, я понимаю ваше состояние, но неужели из-за этого недоразумения, из-за этого Гельпаха, должна погибнуть человеческая жизнь? Едельч, может быть, господин профессор хочет привести себя в порядок? Нет. Сын профессор. Вы больной? Нет, но я бы хотел... Ассистирует доктор Карлсон и доктор Инге. Посторонних прошу удалиться. Ясно сказал, посторонним удалиться. Я комиссар клиники и останусь здесь. Клиника, кабинет профессора Мамлика. Алло. Стыдно смотреть вам в глаза, профессор. Я до сих пор не могу прийти в себя. Но вы с нами, это сейчас самое лучшее. Как я рада, господин профессор, что вы вернулись. Ха! Господа, замечательный закон. Слушайте, разрешается неарийцам, сражавшимся на фронте во время войны, оставаться на государственной службе. Теперь тебя никто не тронет. Мы, врачи, можем только приветствовать этот закон. Я счастлив, профессор. Я была убеждена, что все это недоразумение. Да, но этот закон напечатан уже во всех газетах. Вы не забывайте, что кроме Германии
есть еще целый ряд государств. И нам, к сожалению, пока приходится считаться с их мнениями. А в клинике хозяин вы, Хайль Гитлер. Хайль Гитлер. Ну что ты волнуешься из-за этого еврея? Поступай так, как ты находишь нужным. Читали, господин комиссар, новый закон? Закон есть воля большинства. Я искренне рад, что воля большинства для вас закон. Прочтите вот это. Мы, ниже подписавшиеся больные, клиники Мамлюха, категорически требуем освободить нас от услуг еврея Мам. Покажите мне эту бумажку. Покажите мне эту бумажку. Ханс, успокойся. На вашем месте, господин Мамлюк, я вел бы себя не так вызывающе. Я рекомендовал бы медицинскому персоналу присоединиться к заявлению больных. Мы должны подписаться под этим? Нет, подписаться должны только те, кто с этим согласен. Не правда ли, господин старший врач Канс? Доктор Гельпах, это дело ваше. Мне казалось, что у нас одно общее дело. Ну что ж, жаль будет, конечно, потерять такого врача, как вы, доктор Карлсон. Но что делать? Доктор Вагнер, а вы как думаете? Моего имени под таким, извините, документом никогда не будет. Доктор Вагнер, я никого не заставляю подписывать. Я просто искренне предупреждаю коллег, что вы потеряете работу не только в этой клинике, но и вообще где бы то ни было в Германии. Я ничего не подписывал. К нам даже никто не приходил. Вас обманули. Так кто же из вас подписал эту бумагу? Дорогой профессор, я к вам приехал из Америки. Вы спасли мне жизнь. Покажите мне этого негодяя, господин профессор. И я своей больной рукой. Почему, собственно, я должен подписать это заявление? Я не врач и не больной. Ваша подпись, как свидетеля и как представителя прессы, имеет некоторый интерес. Но вы сохраняете за собой право свободного выбора между германским народом и его противниками. Я всегда был вместе с большинством. Вы всегда были порядочным человеком. Сестра Гедвига, вы распишитесь вот тут внизу. Я не подпишу. Боюсь, что вы пожалеете об этом. Я пожалею, если останусь работать таким, как вы. Это ложь. Это клевета. Никто из больных не подписывал этой бумаги. А это тоже клевета. Доктор Карлсон, доктор Вагнер, доктор Мюллер, доктор Хенкель и Вернер Зейдель. Полагаю, что комментарии не требуется.
Это какое-то недоразумение. Никто из больных не подписывал. Они с такой любовью встретили профессора. Доктору Мамлюку за храбрость. Верден, апрель 1916 год. Какая неприятность. Вы говорите о вашей неудавшейся инсценировке? Доктор Инги, в политике все средства хороши. Германский народ должен уничтожить своих врагов, и он уничтожит их. Да, германский народ уничтожит своих врагов. Ну вот теперь я вижу вас прежнюю, Инге. Никогда не следует забывать, что вы национал-социалистка. Дурак. Что с ним? Очень плохо. Но я все-таки надеюсь. Рольф. Мальчик мой. Рольф. Много жила, а такого не видала. Подумать только. Профессор Мамблюк, такой солидный господин. Мы надеемся спасти ему жизнь. Для того, чтобы снова издеваться над ним. Бедная госпожа Мамблюк, такое несчастье. Он о сыне все спрашивает, о Рольфе. Матушка Вент, а вы давно не видели его? Давно, давно не видела. Анни, ты не встречала его? Нет. Сегодня вечером они нас ждут. Надежда на молоко есть? Завтра утром. Матушка Вент, когда будет молоко? Молока нет. Ну, дайте тогда две булочки. Надежда на молоко есть? Завтра утром. Надежда на молоко. Завтра утром. А завтра будет молоко? Так я стали вот. Этому будет когда-нибудь конец? Ты что ж хочешь, чтоб пришли нации и опечатали мою лавку? Ну, ребята, молоко у вас готово. Я тебя пригласу тут.
Добрый день, матушка Вера. Завтра утром? Довольно с меня, слышишь? Ни одного бидона больше. Ну, как ваше здоровье, матушка Вера? Уходите отсюда. Да, ухожу. Ты посмотри, я кое-что написал. Хорошо. Надежда на молоко есть? Надежда есть, а молока нет и не будет. Прочь отсюда! Не беспокойтесь, она нездорова. Завтра утром. Стакан молока. Его толстые рожи молока, когда больным нет молока, когда детям нет молока. Пейте лимонад, бездельник, все с ума посходить. Молока, молока, откуда я его возьму? Я же не корова. Лавкин ваш пикап. Что же, сматываться? Давайте. Что вам здесь нужно? Ничего, кошечка. Смотрите, он еще лезет за прилавок. Как вам не стыдно, пожилой человек? Пошел вон отсюда! Что вам тут нужно? Что за хулиганство? Подождите. Сейчас мы их выгоним. Ладно, мимо рта не пройдет. Стой, черт, подожди, куда? Стой, подожди. О, черт, все брюки обмотал. А ты пойди посмотри, в чем дело. Сейчас. Там где-то была свеча. Ни черта не вижу, черт. Дай спичку. На. Уходите вон отсюда. Кто там? Уйдете вон отсюда. В лавке кто? Что за безобразие? Да уйдете вас отсюда. Я пришел. Я по делу. Ах, по делу? Если я еще раз увижу тебя по такому делу. Дай мне объяснить. Будешь со мной разговаривать в гестапо. Да я шел. Как можно так с людьми обращаться? Вы не ушиблись? Хорошо. Ты что здесь разыскиваешь, мерзавец? Ну, больше ты не будешь совать свою толстую морду в мои бидоны. Вон! А ну. Какая у тебя красивая форма, Франц. Ты получил повышение? В воскресенье я свободен. Потанцуем? В воскресенье я тоже свободен. Добрый вечер. Надежда на молоко есть? Может быть, завтра утром. Что, завтра утром будет молоко? Да. Макшка Вент, первый литр ко мне. Что это там так тихо, а? Откройте, это я. Товарищи, что сейчас произошло? Тихо. Он пошел в пивную. Ах, как вовремя потух свет. Он так же вовремя и зажжется. Пока здесь живет Краузе, мы можем совсем спокойно работать. Кстати, этот герой получил повышение, он работает в гестапо. Надоели мне ваши надежды. Доктор запретил тебе читать газеты. Я сам доктор. Каждый раз после чтения у тебя поднимается температура. Температура у меня поднимается от таких разговоров. Профессор, ну вы опять читаете газету. Он никогда так не интересовался политикой. А теперь, когда ему запрещено, он только и требует газеты и газеты. И так переживает, волнуется, как будто бы его самого обвиняют в поджоге лица. Какая речь, какое мужество, какая сила в этом человеке.
Будь он там, в Лейпциге, перед судом, он не защищается, он обвиняет. Профессор, в нашей клинике только врачи больные, больные врачи. Никто меня не понимает. Где Рольф? Найдите мне Рольфа. Я постараюсь найти его. Постараюсь. Рольф Мамлок. Рольф Мамлок, Рольф Мамлок, Мамлок, Мамлок. Такого в наших списках нет. Попытайтесь справиться в бюро штурмовиков. Следующий. Мюллер? Мейер? У нас нет. Может быть, вы его знаете в гестапо на Вильенстрассе. Следующий. Простите, Фан, к сожалению, мы ничего не знаем о Рольфе Мамлике. Следующий. Фан Бауман. Проезжай. Послушай, старик, в гараж никого не пускай. Понял? Понял, понял. Проезжай. Наконец наш первенец. Еще пахнет краской. Очень хорошо. Дитя сегодня не уснет от огорчения. А мы постараемся, чтобы у него вообще была хроническая бессонница. Превосходная статья о мамы кипит. Мне легче делать бумагу, чем писать на ней. Мерзавцы, такого человека довели до самоубийства. Он каждый день ездил к моему малышу и за это не взял ни одного цинига. Напишите молодежи. Нас учат держать винтовку, но мы не знаем, как обращаться с книгой. Надо написать, как нас предали наши вожди. Были социал-демократы, а сделались сволочью. Надо писать про все, только не про политику. Не про политику. Про политику, значит, нельзя. Ну, хорошо. А против Гитлера можно? Против Гитлера? Нужно. Да, потому что это не политика. Это зоологический сад, выпущенный на свободу. Все это правильно, товарищи. И обо всем надо писать. Но писать будете вы сами. У кого что наболело, пусть об этом и пишет. Ведь это не простой лист бумаги. Это гнев, ярость и боль немецкого народа. Еще нужно не только писать, но нужно, чтобы читали газету. 10, 20, 30 читателей на экземпляр – это столько же друзей и помощников. Ну что, все собрались? Проезжай, Густав. Черт возьми, почему у него так низко сели рессоры? Машина пустая. Ну, давай, Стейк, открывай. Нельзя. Открывай уже поздно, открывай, открывай. Нет, в гараже больше нет. Вот мы здесь разные люди. Ну, то есть, различных политических убеждений. Но у нас общий враг. И бить его нам нужно сообща. Вот это и есть единый народный фронт. Thank you.
Вы сами хорошо знаете, что своим молчанием вы только ухудшаете ваше положение. Я прекрасно знаю, как у вас хорошо подвешен язык. Вы думаете, я забыл ваше красноречивое выступление на бумажной фабрике? Интересный, очень интересный случай. Культурный человек, сын профессора, и вдруг такая плохая память. Ну как это может быть, чтобы вы забыли имена своих лучших товарищей? И там ко мне сейчас с вами разговаривают! Встреча старых друзей. Ну что ж вы, обнимитесь, поцелуйтесь. Мы умеем ценить настоящую дружбу. Ну, протяните друг другу руки. Помогите им поздороваться. Значит, вы не хотите говорить. Так вот и будете молчать. Ну что ж, хорошо. Я вас заставлю говорить. Где вы достали бумагу вот для этого произведения? Я вас последний раз спрашиваю, где достали бумагу? Теперь ты будешь говорить? Ну? Галстуки. Замечательные галстуки. Вы покорите, господин, вы покорите с ним. Любую девушку. Разрешите спички.
купите галстук. Галстук купите. Лучший подарок вашим мужьям. Сколько купите стоит? Галстук. Успокой, Анни. Я через несколько дней вернусь. Что случилось? Медведь в берлоге. Тебе можно? Да-да, входи. Да что с тобой, Франц? У тебя что-нибудь случилось? Тебя уволили? Нет, ничего. Работаю. Ты, как видно, с левой ноги встал. А мне хотелось сегодня потанцевать. Ну, тогда сиди дома. Танцевать? Да. Со мной? С тобой. Ну, давай, давай, пойдем, одевай. Пойдем, Франц. Нет, ты серьезно? Ну, какой чудак, конечно, серьезно. Аня... Ну, одевайся, одевайся, одевайся. Кутнем. Потанцуем. Ну, там увидим. Одевайся. Сейчас. Ой, Вот он. Не пойду. Почему? А Эрнст? Он настоящий парень. Бывает и лучше. Лучше? Плохо ты его знаешь. Эрнст и Рольф замечательные парни. Они молчали. Ни слова, ни звука. Их били, били, били. Они у вас там? Я ничего не сказал. Я ничего не сказал. Молока больше нет. И не будет. Опять не будет. Каждый день одно и то же. Но один министр говорил, что... Я не министр. Я честная женщина. И не умею зубы заговаривать. Раз нет молока, значит нет. У меня больной ребенок, а я 2 дня не получала молока. Что это за порядки? Кормит нас одними обещаниями. Нет молока, нет масла, только картофельная шелуха. Совсем как во время войны. Каждым днем все хуже и хуже. Нельзя мне не толкаться, молодой человек. И то мы не посмотрим на вашу прекрасную форму. Анюхочка, не пахнет ли его форма нашим маслом и молоком? За чей счет вы себе отъели такую морду? Держите-ка язык за зубами. Они только ругаться и умеют. И бить безоружных. В золоте будем купаться. В золоте. В крови выкупался. Молчите вы, пока целы. А Краузе скажет слово, а потом кричит. Я этого не говорил, я этого не говорил. Еле из него вытянуло. Значит, завтра их в 6 утра перевозят в концлагерь? Да. Черт, надо попытаться выручить ребят. Очень мало времени осталось. Может быть, лучше обождать, пока их перевезут в концлагерь. И потом мы потом их убьют при попытке к бегству. Нет, надо действовать немедленно. Стойте. Так вы говорите, завтра в 6 часов утра? Да. Thank you.
бегите! Сюда, товарищи! Ко мне! Что с тобой? Ну вот и готово. Сейчас мы проберемся к матушке Вин и вызовем доктора. Инге? Надо идти в другое место. Я больше не могу, иди один. Нет, мы пойдем вместе. Зачем гибнуть двоим, когда один может спастись? Это плохая арифметика, Эрнст. Подожди здесь, я сейчас вернусь. Необходима твоя помощь. Что случилось? Ранили Эрнста. Эрнста? Так где же он? Я его сейчас приведу. Вам приятна влага. Вы цветете. Вы благоухаете. Вы улыбаетесь. Но ведь и я тоже человек. И я тоже хочу улыбаться. Удалим пулю. Операционную. Инги, никто не должен знать, что мы здесь. Ты понимаешь? Добрый день, доктор Инги. Добрый день. А, пулевое ранение. Нет, доктор Вагнер, это ранение рельсой. Случай на производстве. Как? Это случай на производстве? Да-да. А ваше мнение, доктор Вагнер? Рольф! Рольф! Откуда вы? Что с вами? Доктор Вагнер, мне очень важно знать ваше окончательное мнение. Да, это типичный случай на производстве. Вы правы. Ну вот, а теперь мы вам удалим пулю, и все будет хорошо. А вам, Рольф, я бы рекомендовал поскорее покинуть клинику. Да-да, иди, Рольф. Без тебя я никуда не уйду. Ну, тогда вам придется подождать. Хорошо, я подожду. Только не здесь и не в таком виде. Возьми и переоденься. Да, опасное у вас производство. Но нужное. Господин профессор. Что? К вам посетитель. Кто? Рольф. Рольф? Отец. Рольф. Рольф. Рольф, дорогой мой. Наконец-то.
Отец, я все знаю, что с тобой произошло. Нет, нет, мой мальчик. Ты не знаешь, что со мной произошло за последнее время. Не волнуйся. Тебе нужно скорее поправиться и уехать из Германии. Как уехать? Нет, я отсюда никуда не уеду. Меня не напугаешь, я старый солдат. Ты завтракал, Роль, я сейчас позвоню. Нет, 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 я уже кушаю. Ты речь Димитрова читал? Читал. Какой человек. Такие люди всегда побеждают. Ну, молодой человек, теперь вы можете танцевать. Благодарю вас, доктор. Вас ждет внизу скорая помощь. Она вас доставит туда, куда вы скажете. А Рольф? Ну, о Рольфе не беспокойтесь. Говорю тебе, видел своими глазами, сейчас в дежурку лезли воры. Уже проклятый пьяница. Я должен пойти доложить начальству. Боже мой! Он еще пойдет в начальство. Он хочет, чтобы его прогнали с работы. Сбежало 8 человек коммунистов. Ах так. Да-да, отец у нас. Понимаю. Обязательно буду следить. Эй, Гитлер. Доктор Вагнер, позаботьтесь, пожалуйста, о второй машине, а я сейчас приведу Рольфа. Эй, Гитлер. Гитлер. Ну, как у вас прошло дежурство? Хорошо. Никаких серьезных случаев не было. Слыхали неприятную новость? Какую? Сегодня ночью сбежало 8 человек коммунистов. Среди них Рольф Мамлюк. Из гестапо? Ну, как же это могло случиться? Господин комиссар. Что вам? В клинику лезли воры. Ну, вы их задержали? Нет, нет, они лезли вот через то окно сюда, в дежурку. Вот в это окно? Почему же я их не заметила? Похоже на то, что вы вчера перехватили лишнее. Идите. Ну, мне так ясно еще показалось, что один из них был похож на сына нашего профессора. Стой, стой. Какого профессора? Господина Мамлюка. Дайте гестапо 23. Пришли немедленно людей. У меня есть предположение, что Рольф Мамлюк находится на территории клиники. Да-да. Рольф, пора. Как уже? Гельбах ищет тебя. Отец, береги себя. Иди, иди, мой родной. Иди, скорее, скорее иди. Даже они побежали. Туда. Что я могу сделать с этими людьми? Они врываются в мою лавку, они требуют молока. Откуда я его возьму? Скажите им, откуда я его возьму, когда мне его не привозят? Довольно болтать. Оцепить весь дом. Вас бы, собаки, оцепить. Шлепнули. Одним коричневым меньше, и то слава богу.
чем они сюда приехали? Молоко привезли. Да нет, в тюрьмах места много, жильцов. Подождите, они еще притащат пушки и танки. Оружие для черта, жрать нечего. Прекратить безобразие. Павел, готов? Стреляйте. Стреляйте, убивайте женщин, стариков, детей. Вас этому хорошо научили. Вам за это хорошо заплатят. О, я вас понял теперь. Я вас хорошо понял. Но вы ни у кого не отнимете право на труд, на жизнь, на мысль. Вы останетесь в память у потомства, как жуткий страшный сон. Травите ученых, гоните их, сжигайте книги гениев. Все равно обречены. Я люблю Германию. Германию великих ученых, философов, поэтов. Германию величайших человеческих открытий. Германию труда и мира. Но не вашу Германию, а свирелую страну пыток, слез и крови. Страну войны и палачей. Заткните ему глотку! Молчать! Такой Германии жить страшно. И такой Германии не будет. Не будет! Стреляйте! Стреляйте из ваших пулеметов, пока их у вас не отняли. Но их у вас скоро отнимут. Их у вас скоро отнимут. Куда вы провокации? Они же нас расстреляют, слышите? Приготовиться! Да, приготовьтесь к решительной борьбе, товарищи. Им мало отдельных убийств. Им мало угнетения только своего народа. Они хотят повести открытую борьбу против всех народов. Но фашистские варвары будут уничтожены. Я клянусь памятью моего отца быть достойным его во всем. И в жизни, если понадобится, в смерти. Если кому умирать, товарищи, только не нам. Нам жить. Для нас наша Родина, за нас наше будущее, нам любовь всего человечества. Поэтому выше головы, горячее ненависть врагу, крепче братское рукопожатие.